Всем здорово, ребят. Ну что, поехали, я вам покажу сегодня мега имбу. На сегодня это самый крутой минотавр в битве замков. Я его вчера сделал, и не только его, у вас будут еще топовые герои на максималке. Фулово собраны. В общем, тыковку я вам уже показал. Тыква просто имбалансная. Вот такая вот у меня тыква для архидемона. Просто мега ускорение. И точно такой же у нас, ребята, есть минотаврик. Так, отсюда римочку уберем. Поставим сюда кого? Железку, наверное. Чтобы он не станился. Вот, железная воля. И сюда ставим пэтом Дрогу. В общем, вот такой вот минотавр 7-7. Ребят, 7-7 это нечто. Сейчас мы пойдем его попробуем, посмотрим по локациям. На битве гильдии, я не знаю, пишите в комментах, если хотите увидеть его на битве гильдии, засниму вам видосик. Но в основном я его сейчас даже нигде не использую. Но так получилось, что у меня выпало... Во-первых, новая чарка. Во-вторых, выпали вчера две силы. Я решил его полностью прокачать на силу. И итог вы видите на экране. То есть герой нереально бешеный сейчас будет. Максимум дамага, который можно. Здесь у меня ремка, потому что ремка на сегодня это один из универсальных талантов для минотавра. Вы можете эмблемой поставить все, что вам надо. Чарка дает 80% атаки, ребят, целых 80. Если победный дает 55, если я не ошибаюсь, на максималке он был с победным, я сразу же его поменял. Да, 55 и 20 отражалки. Но минотавру это нафиг не надо. А здесь целых 80 атаки. Поехали. Вот такой вот минотаврик. Поехали потестируем по, я не знаю, по каким подземкам. Давайте начнем с самого такого минимального. И пойдем потом по базам посмотрим, как он пробивает. 30-й прорыв плюс дрога, но он должен выносить здесь на максималку. Вот. То, что вы видите, то есть здание он выносит сразу же. Пару хлопков и все. Так, окей, поехали. Посмотрим по таким базам. Вот тут 100% однозначно. Целей здесь хватает. Кошмарка 2. Шестьдесят девять. Ну, то есть здесь не хватило целей. То есть на 70% у нас одной тычки. Ну, второй заход это будет однозначно добивание. Так. Поехали дальше. Девяносто 93%. Вы видите, не добивается здание. То есть наземные герои есть, он тоже их считает за цель. А вот, кстати, не добил. Странно, странно. Наполовину только ударил. Так, хорошо. Это у нас третья. Поехали на четвертую. То есть деф у нас дает дрогу. В принципе, нам этого дефа хватает. 60%. Просто. Это просто бешеный минотавр. Я не знаю, что еще надо для подземок. Если, ну, конечно, это собрать, я вам скажу. Это дофига надо и карт потратить, чтобы оно совпало. И наролить потом. Ну, серьезные затраты, скажем так. Но стоят ли они того? В принципе, вы можете уже сейчас себе определиться каждый сам. А вот, кстати, смотрите. Не тащит. Не добивает. Вот. Где наземные? Сейчас попробуем где-то чуть с другой стороны зайти. Так, ну, Купидон нам тут, в принципе, он... Не особо страшен будет, я думаю. Там еще бомбочки летят. Так, зарядился второй залп. 62%. Ну, я думаю, на третьем мы должны сотку вынести. Не, 89. Почти, почти. Ай-яй-яй, Купидон и череп. Ну, бей! 100%. Просто кошмарка.
Я помню, раньше мы тут бегали просто тупо плакали. Вот шестая, кстати, будет интересно посмотреть. У него дефа сейчас нету. 36%. Но видите, он выносит, конечно, с одной тычки. Ну, 94%. Обалдеть. Ну, он просто сейчас разнесет, если дойдет, я надеюсь. Ну, блин. Ну, убей. 99. Офигеть. Просто, ребят, это просто полный трэш. Ну, конечно, тут потом можно просто это здание зайти и доспамить уже юнитами, добить. Ну, это просто жесть. Он соло сейчас выносит просто налегке. Добьем или нет юнитами, как думаете? Должны добить. Дракон помешал. 100%. Просто офигеть. Шестая кошмарка, которая реально там, скажем так, сложная сейчас для многих. И реально многие не могут ее пройти. Ну, конечно, зависит от того, какой у вас, какие у вас прокачки. Видите, здесь он получается на второе здание. Он тоже мог бы хлопнуть. Вот 93%. Вот 100%. Соло. Изи просто. Я не знаю, мне нравится этот герой все больше и больше. Ну, седьмая, я думаю, вряд ли он тут затащит. Тут надо на ком-то зацепиться. Тут не на ком зацепиться. 23%. Блин, хорош. Сейчас ведьма. Ну-ну-ну, ударит. 50%. Вполне налегке 1,50% набивает за две тычки. Обалдеть. Хорошо. А давайте попробуем другой вариант. Давайте попробуем поставить на него пакт 9. Посмотреть, как он с ним будет выносить сейчас. 190%. А там у нас было, по-моему, 110, если я не ошибаюсь. Сто сорок. Ну, то есть видите разницу. 140. А тут у нас 190. Ну, выше атака немножко прибавка идет. 7200. Что у него по атаке? 57 000. В принципе, я вам скажу, 57 000 атаки, это, конечно, круто для Минотавра. Так, давайте попробуем. Давайте попробуем еще раз шестую. Вот ради интереса ударим здесь. Но тут, конечно, нас, наверное, сейчас просто тупо застанет, и он ни хрена не сделает. Не, ударил. 22%. В принципе, тоже неплохо. Здесь, кстати, малыши Ники нам делают большую услугу. Они и станящие башни. Они нас задерживают, и мы не бежим вперед. Но, как видите, он дальше не двигается. Вот тоже минус. Так он не сольется. Все-таки железка получше будет. Давайте на шестую вернемся. Что можно таким минотавром делать? Ну, я думаю, бегать в рейды. Вот на сегодня подземки, я думаю, многие и так могут другими героями попроходить, у кого есть уже минотавр. Ну, подземки это уже не проблема. А вот сейчас посмотрим, что будет в рейдах на фарме золота. Вот, кстати, смотрите, тоже плюс. Он станется, и он будет просто выбивать. Просто налегке. Обалдеть. Вот это урон у него. Я офигею просто. Кстати, давайте затестим его на здесь, на вот этой вот подземочке, где у нас есть мясо. Это не этот. На каком там, по-моему, кошмарка. 4.
4,9, да. Вот здесь у нас есть месо. Вот такой. Он вынес полностью всю подземку. Я хотел посмотреть урон. Он вынес всю нафиг подземку. Ну, давайте попробуем. Может, так подбежит. Ну, фигню он там наносит по урону, если я не ошибаюсь. Ну, видите, все-таки железка будет получше, мне кажется. Она плюс не дает забирать энергию, плюс он будет у вас бить. Ну, разные вариации есть. Ну, подземка 6-10, это вообще не проблема уже. Ну, для того, у кого есть Минотавр, это никогда не было проблемой. Такс. Хорошо, давайте попробуем обратно железку поставим. Вернем ее обратно. И попробуем с вами пойти на экспедиции. Я хочу посмотреть, как он будет на экспе. Выбивать до последнего. То есть это просто машина для убийства, по-другому это не назовешь. А, слили. Блин, не успел. Давайте резнемся быстренько. Попробуем еще разок. Не заметил там космо. И плюс Фрея начала бить космо, то полбеды. Ну, то есть можно просто себе зашел 2 минуты. Интересно до последнего дойти, там посильнее противники. Посмотреть, что будет там. Вот миссанул, посмотрите как. 60%. Маловато будет. А, смертушка, понятно все. Смертушка надебафала. Медленный стал. 87. То есть не фул. Окей, давайте дальше посмотрим. Это уже интересно. Здесь сотка вылетает. Но здесь какие-то у нее не без скинов. Да, вот надо искать со скинами. Здесь тоже не особо все скины есть. Так. Ладно, на последнем еще пощелкаем, посмотрим. Да, видите, мало ребят со скинами. Вот молчанка прошла, и он ничего сделать не может. Надо кому-то ему на помощь кидать, наверное. Вот Фрэнк тоже не страшен, 100% выбивает на последний. Давайте в рейдах посмотрим. Хочется посмотреть, что он может... Ну, тут, правда, юниты, я не знаю, вряд ли, наверное, мы найдем хорошую базу. Но я вам показывал его плюс без этой эмблемы, просто с победным выносил на ура. Тут 2 раза больше урона, это просто нереальная имба. Я не знаю, вряд ли он тут выживет. Мы зарядим, наверное, вражеского зефира. Нас сольют.
Так, отлично. Видите? Ну, он не жилец. Это реально. То есть, с Минотавром стало намного сложнее ходить. Надо маскировку ставить, только такой вариант, потому что зачастую он будет сливаться, то есть автопроки и прочее, но, блин, рубит он, конечно, жестко. Сейчас попробуем еще кого-то найти, но сейчас мало у кого здания стоят на краю, чтобы можно было зацепиться, хотя нет, вот есть. Бум! Просто разносит. В общем, вот так вот, ребят. Просто мега крутой герой. Не знаю, пишите в комментах, где вы хотите его увидеть. Можно будет попробовать сбегать им на битву гильдий следующую, потрешивать. Но он просто разносит. Если тот разносил, то этот просто в хлам убивает полностью все расты. В общем, вот такой вот минус. Ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.